А сейчас мы приглашаем очень талантливую девушку. Она всякий раз удивляет нас тем, что устраивает целое шоу. То есть каждое ее выступление – это такой моноспектакль. Очаровательная, очень интеллигентная, утонченная, изящная Марина Золотова! У-ху! Добрый вечер всем! Спасибо, Ланочка, за приглашение. Я очень люблю выступать на этой сцене. Здесь всегда все потрясающе. Здесь собираются профессионалы своего дела, те, кто любят поэзию, живут поэзией. Очень рада здесь видеть снова полный зал, богемную атмосферу. Здесь потрясно. И сегодня я начну со стихов Маяковского. Стих называется «Отношение к барышне». Он очень говорящий. Он написан в 1920 году, как в разгар этой истории любовной с Лили Брик, когда Маяковский уже жил в этой странной семье втроем с Бриками. Ну, я думаю, да, все знают, что у него была такая страсть, и он приехал жить к замужней женщине Лилии Брик. И получилась у них такая интересная ситуация, о которой говорила вся богемная Москва. Но Маяковского это не останавливало. Он всегда говорил, что ничто не изменит его любви к Лиличке. Посвящал ей стихи, и сегодня посвящение ей самое известное, перепетое с Плином, прозвучит со сцены. Вот. А это стихотворение написано им, когда он уже пережил с Лилией много вершин и падений и знал, каково это. Этот вечер решал. Не в любовнике выйти ли нам? Темно, никто не увидит нас. И я наклонился действительно, и действительно я, наклонясь, прошептал ей, как добрый родитель: страсти крут обрыв. Будьте добры, отойдите, отойдите же, будьте добры! Это Маяковский, он знал, что такое страсть. И сейчас, конечно, мне сложно будет после Маяковского что-то свое зачитывать. Но я расскажу вам по сегодняшней теме. Спасибо! Это так мило. По сегодняшней теме «Love is». Что такое любовь? Любовь. Скажи мне, это тайна? Извечный лабиринт сердец? Любимый человек, загадка? Душа родная, темный лес? Или мне поверить, что открытость, простая ясность, суть любви, ведь искренность и бескорыстность пути с тобою нас свели? Сплелась мистерия с разгадкой. Любовь есть многоточие душ. Ответ на все из кратких, кратких. Ответ молчания. Но я не сдаюсь в своих поисках и вопрошаю снова и снова. И все же, любовь. Что же это такое? Результат химической реакции, когда он и она в одной комнате двое, и ни при чем тут ни бриз, ни акации. Как тебе эта формула? Дружба плюс секс. Думаю, для любви слишком пресно. Кто-то скажет, что вовсе любви в мире нет, но в их мире мне неинтересно. Может, любовь, не горение, не страсть, родство душ, закрепленное временем, где один не позволит другому упасть и обнимет, услышав временно. Любовь, ничего не делить пополам, общий промах, двойные победы, и дурачиться вместе устроить реклам, каждый день вдвоем, словно последний. Любовь — это вместе печаль и успех. Но все это избито, не ново. Все по-своему слышат,
которой уж век не такое уж длинное слово. И знаете, в любви такое случается, что непонятно, где кончается он, а начинается она. И тем не менее мы остаемся двумя разными людьми, и это самая большая загадка на свете. По-детски пухлые щеки, наивно серьезный взгляд, на скуле полоска солнца, любуюсь с тобой опять. Ресницы длиннее нету, и серых глаз не пред ней. Всю жизнь в них могу глядеться и не разглядеть, что на мне. Иная чужая реальность и новая чуждая жизнь за зеркалом этим таятся, за зеркалом близкой души. Это мучает раньше или позже всех, кто был любим и кто любил. И от этого я только больше хочу знать, что ты ел, где ты был. Хочу знать, как ты рос, с кем ты дрался, где гулял, во что ты играл, с кем шутил, над чем ты смеялся, что носил, что смотрел, что читал. И когда я все это узнаю, я пойму, что-то снова не так. Мне чего-то опять не хватает, и вернется вопрос бумеранг. Что ты чувствуешь, а я не вижу? Что ты хочешь сказать, говоря? Что ты знаешь, чего я не слышу? Неужели все пройдено зря? Все дороги и все испытания, что мы встретили плечом к плечу, просто близости и понимания невозможного, раз я хочу. Видно в этом вопросе разгадка. И бывает такое всегда, как бы ни было все у вас гладко, наступает такая черта, за которой сказать себе нужно, мне его никогда не понять. На всю жизнь он останется тайной и загадкой для глупой меня. Только чтобы любить, мне не нужно постигать его каждую мысль. Было бы жить очень просто, но скучно с тем, кого как себя знаем мы. И знаете, самое чудесное в любви — это когда случается вот эта вот встреча. Для меня любовь — это именно она. Это встреча двух душ, когда люди касаются друг друга вот кончиками своих аур, крыльев. Я от себя иду к тебе. Хоть мы не связаны мостами, шагаю без страховки, без страхов, пропасть между нами. По пустоте за шагом шаг я медленно одолеваю, мне волосы ветра ершат, под мною ястребы летают. А ты все дальше, словно ты мираж оазиса в пустыне, и я срываюсь с высоты. Но только пыл мой не остынет, вгрызаясь пальцами в скалу, ползу, как по отвесной стенке. Пусть камни падают во мглу, избиты в кровь ступни и коленки. Вот встаю я в полный рост, шатаясь, бормочу отлично. Мне не понадобился мост, чтоб пересечь каньон различий. Но ветер колкий снег в лицо горстями полными бросает, и в южной заверти кольцо мне путь к тебе вновь отрезает. Нет, это все сильнее меня. Я опадаю на колени, это ловушка, западня. Все это миф насчет сближения. Вдруг опрокинулась стена сплошной бормочущей метели, словно я в шар заточена, а шарик дети повертели. И вместо звезд на том конце из кружев снеговых тоннелям улыбку на твоем лице я различаю еле-еле. И этот жест мне. И я бегу, спешу вперед, пусть волосы окутан иней. Пусть на
зубах скрежещет лед, мороз окрасил губы в синий. Ход обрывается, стою на самой кромке снежной пыли. И вижу, бабочки снуют между соцветиями люпинов. И ты ладонь воздел, как флаг, призыв шагнуть к тебе и в лето. И этот жест мне, как маяк, но никаких гарантий нету. Слишком красиво, вдруг подвох меня снаружи ожидает. Закрыть глаза и резкий вдох, через себя переступаю. Но рядом я боюсь дышать, здесь все так невесомо, зыбко. От счастья мне отломит часть твоя щедрейшая улыбка. Мы близко, тот же вьюжный бег, сзади тебя я различаю. Я из себя иду к тебе, и только так тебя встречаю. Большое за внимание, друзья. Это очень волнительный для меня стих, очень прожитой. Я рада, что вы так поддержали меня своим вниманием. И я желаю каждому из вас встретиться и с собой, и с любимым человеком. И еще я приглашаю вас всех на свой поэтический вечер. Если вдруг вы хотите больше стихов, больше театра, 12 декабря в кафе «Гоголь», где раньше Лана делала свои замечательные вечера, будет мой новый творческий вечер, новая программа, а также презентация клипа на мои стихи. Приходите, будет философски и зажигательно.